В Министерстве образования и науки Тувы состоялось чествование победителей и участников всероссийского конкурса «Мой русский язык». В конференц-зале министерства в теплой и дружественной обстановке участники всероссийского конкурса поделились своими впечатлениями о столице России и об участии в конкурсе ораторского мастерства. Юных победителей встречала заместитель министра образования и науки Республики Сайзана Таву. Напомним, 14 и 15 декабря в рамках 385-го юбилея вхождения Якутии в состав российского государства и столетия со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова, автора стихотворения «Мой русский язык», в Московском доме национальности проходил всероссийский конкурс ораторского мастерства «Мой русский язык», где принимали участие учащиеся сельских школ. Четверо участников из Мангунтайгинского и два участника Чаохольского районов достойно представили честь республики на всероссийском уровне среди девятых классов. Гран-при всероссийского конкурса завоевала учащаяся села Чаохоль Чаохольского района Тана Айжи. Она выступала с рассказом об образе своего села, о флоре и фауне, о природе. Жюри конкурса отметили, будто сами побывали и своими глазами увидели ее родное село. Тана рассказала о затоплении села Саянским морем, о возрождении нового села, о так называемых альпийских лугах и о сельчанах.